Всем привет! Сегодня у меня в ремонте Volkswagen Amarok. Ремонт переда. Итак, машина у меня в мастерской, загруженная запчастями. Ну что, начнем ремонт. Разберу и установлю машину на стапель, тогда мы лучше увидим все повреждения. Итак, машина разобрана. Теперь видны все повреждения. Поврежден усилитель бампера, он приварен к раме. Его буду менять. И левая сторона кузова. Также погнуто крепление кузова к раме. Первым делом вытягиваю все повреждения.
При вытяжке измеряю. Размеры приобрел в интернете. Ссылка на сайт с размерами есть в описании. С вытяжкой я закончил. Теперь удаляю весь металл, который будет заменен. Итак, все, что меняю, удалил. Также срезал крепление кузова с рамой и отправлял его на столе. Теперь подровняю детали, которые остались на кузове. Все подровнял, теперь устанавливаю и свариваю новые детали, ну и те, которые подровнял.
Устанавливаю детали, проверяю размеры. Все в порядке, свариваю. Итак, сварочные работы закончены, и работа с металлом тоже. Теперь покрашу ремонтное место и начну устанавливать детали переда.
Моя работа закончена. На эту работу ушло 58 часов. А на сегодня у меня все. С вами был Артур. Подписывайтесь, чтобы увидеть новые видео. Пока!